так пойдешь. Ладно, пойдем, пойдем. Главное занять вот это, вот это. Дальше они сместятся либо сюда, либо сюда. Карта не будет в это время. Че, ребята, что делаем? Я вернулся. По центру идешь, мы слева. А я что, по центру иду, да, умирать? Ну ты иди медленно и печально. Так я же сказал, ты идешь, принимаешь. Заходим слева, убиваемся. Ты пропадаешь, ГЖ. Я в шоколаде. Я говорю, он заходит, танкует весь дэмэдж. Мы заходим слева, всех убиваем. Получаем. Ты все в шоколаде, да. Вот мне нравится вот страта, вот определенно. Не, вот крутая. Нравится, короче, значит исполняй. Делаем ставки. Я думаю, у меня будет 1500 очей. Делаем ставки, у тебя будет 4200. Как минимум у тебя будет одно очко. Только очень... Как минимум у тебя уже есть одно очко. Только очень узкое. Которое будет жим-жим, да? Надо сделать так, вот тут народ есть, если что. Либо они пошли сюда, либо сюда. Вон босс бегает на варварах. Вот он. Сейчас мне артоблядка, как накинет. Арта, а, нет, не мне. ГЖ стреляет. Слава богу. Да. Сейчас это социалисты хиппи ёбну. А ты говорил, они пойдут с той стороны. Да хорошо. Я хозяину поинта дарить не буду. Меня сожрали вообще в ад просто такой. Слева. Мой отряд. Все, я без ульты остался. О, хорошо. Да. Надо сейчас ВМщик на воровых этого заловит в ответ. Рудольфик, блин, Рудольфик, защищайся. Фу. We're capturing the enemy base. Increase the pressure. Я ж говорил, там арту выбьем, там займем все. Да ладно, ладно. Пошли. А, я тебе это помогаю, да. Так, Иматех, 400 очей тебе осталось. Сколько? 400. Не наберу. Вот если бы я не просрал бы Vengeance в самом начале игры. Точнее, просрал генерала. 400 очей, до чего, я не понял.
до прогноза. Он же сказал 1400. Я же сказал 4200. А. Это он сказал 1000. Вон нашу арту наказали. Если мне дадут немножко арты, я, возможно, даже набью. Захара, дай мне арту, пожалуйста. Нет. У тебя больше очков. Ты уже набил 4200. Они там делят, блин, очки. А чё нам делать? Ой, смотрите, на вас варвары побежали. Капздец, он там. Кстати, мы проигрываем. Как? По очкам. Да. Чё, издеваетесь, что ли? Нет. Но не по людям. Ну не по людям, да. О, Захар, у меня 4229. 4241. Мне не нравится, как наши ребята наверху там. 4241, 4242. 42, 46. 44, давай, деточка, давай еще немножко. 51. 51. Огонь. А мне по всем 0, понял? 54. А у тебя еще стоит паренек один. 59. Он убивает. Там арту, кстати, убивает. Он там находит кого-то, понял? Да, да, да. Еле-еле стоит на ногах, но находит. О, 59. Уставший такой. Не, мы сейчас выиграем, посмотрите там. Ох, как хорошо зашел. Да, он B117 слился, блин. Так я же говорил, он сольется. Захар, я его нашел. Кого? Своего воина, который мне очки принес. Да, я тоже его нашел, вот он. Скажи, красавчик. Хорош парниша. Вот что значит римская стойкость. Пойду курну. Тут мне подсказали, что мы проиграем. Да. Ну, если так чаржить, то, конечно, проиграем. Да-да-да, я тоже вот заметил этот чарж. Отличнейший просто. Эну? Нет. Ну, почти. Между всеми, короче, он, походу... Как это... Я не знаю, как называется, когда лыжник едет и флажки объезжает. Горнолыжный спорт. Ряд, этот... гигантский слэм. Ну, вот как-то так он чаржил. Мимо всех, короче. А, еще и отдался. Блять, ну... Нахуй так жить? Не, надо четвертый по-любому. Да не, я все, я последний раз. Да, гальтропы вообще не дамажат. Ну совсем не дамажат. Ну, парень ходит, просто ходит по гальтропам. Это класс. Это просто класс. Отлично. Я обожаю. Ну так и надо. Нахер эти гальтропы. Да. Я куряка, Требзи. Давай. Вообще врагов не вижу, они попрятались, и походу сейчас будут 6 минут дрочить, да? Не, хотя вот конницу сейчас заберут. Поймал чардж? Да. Кто, наш или их? Этот Волзубл и Волзуби. Сейчас еще это конница лучников убьем, да. Бариков. У нас еще и Бен не будет чарджить. Этого парня, походу, старые раскраски. Просто цвет классный. Да. А, так это от Виктории этот ВИИ, это их пати. Ну, помнишь, Виктори собирал какую-то там пати? Нет.
Он типа старенький, да? Угу. Хорошо запрыг. О, блин. Вот в этих мечах. Сейчас отдастся. А, у него Рудольф еще есть. Вот Рудольф сейчас может чаржить. Рудольф стоит. Our base is being captured. Quick, to its defense. Блин, Рудольф выпал. Ёбаный в рот. Нормально, а? Теперь он очки нам не принесет нихера. Идет все. Что там на Украине свет отключили? Чего? Ну выпал Рудольф, видишь? Очки. Я-то думал, на Украине, на всей Украине свет отрубили. Не походу. Да. Захватим. Это человек. Захар. Оу. Можно я себе ник поменяю? На что? На Доместос. Да мы. А че не, блин, Домет, блин? А че, нормально? Давай лучше это туалетный утенок. Да нет, это сильно длинный. На Доместос, по-моему, как раз. Да меня какая разница. А че, будет Ратибор, Доместос? Че еще там можно придумать? А Ратибор че такое? Дихлофос. Ну, вообще Ратибор — это старое славянское имя, но... Я тоже так, ну да, что-то. Ну, видимо, на Украине говорят, там есть какое-то средство там для чего-то. Да, колорадских жуков травить. А как его, прям картошку пшикаешь или что? Да, да, через распылитель на картошечку, и все нормально. Бля, я помню у бабки с дедом, мы их там в банке собирали, короче, зачем-то. Этих колорадских жуков складывали в 3-литровые банки, чем-то заливали, они там стоялись, настаивали, а потом вот этим говном от их собственных трупов типа поливали, они типа дохли. Чё-то не, мы не так делали. Мы, короче, отлавливали всех жуков, ну, собирали с кустов, короче, и потом их жгли на солнышке через это увеличительное стекло, через лук. Да это понятно. Я так говорю о том, что в промышленных масштабах там у него стояли в сарае там 3-литровые банки с этими колорадскими жуками, блин, и что-то он с ними там мудрил. Да это все херня. Заходишь, ну, в любую школу, в начальные классы, и говоришь: ребзи, давайте мы вас на день заберем на поле. Все были бы счастливы, серьезно говорю. Ну, я-то не против, ну, просто это же было когда? Еще там Советский Союз, ты же понимаешь, так давно. Че, мы еще и выиграли? Не. Мы не захватим, сейчас собьют, но и все. Там кавалерия. Кто собьет? Кавалерия зашкерилась. Полотряда. А, ну полторы минуты осталось, ну да. Но это последний отряд. Если он умрет, то выиграем. А чё наши стоят, бля? Да кого никто не хочет двигать тут. Вы остались в бою? Да. Чё кто ведёт? Ну по очкам вы ведёте. Но у нас преимущество очень сильное по людям, но осталась одна минута, и, короче, мы вряд ли сможем захватить базу. Потому что ваш просто собьет и все. Вот он, сучонок. Ты управляешь, да, Рудольф? Нет. Ой, хорошо, а кто им управляет? Я. Захарушка, наверное. Шикардос вообще. Это же Захарушка, лучший наш игрок. Смотри, как он сейчас убьем всех, что ли? Это было бы круто. Было бы круто. Come on! B-18, давай. Да, собьет. Не, умер. Мы победили. Хорош. Вообще. Лол. Вот так вот.